Как дела, ребята, МКБХД здесь? Как вы знаете, я всегда ношу с собой iPhone, но я никогда особо не носил часы. Я пробовал с разными смарт-часами в течение долгих лет, оригинальные Moto 360, предыдущее поколение Apple Watch, даже новые Samsung Galaxy часы, но всегда я отказывался от них и никогда не был им верен. Эти же, похоже, могут это изменить. Это, возможно, лучшее, что Apple объявили на последнем ивенте. Самый большой апгрейд, 100%. И на презентации я проводил все время со смартфонами, а теперь я мог провести время с часами последние пару дней. И я должен сказать, пришло время для чего-то такого. Итак, это первый серьезный редизайн Apple Watch, и они стали сильно лучше по многим характеристикам. Более мощные, современные, функциональные и просто более классные. Два новых размера. Предыдущие маленькие 38-миллиметровые превратились в 40-миллиметровые, а большие 42-миллиметровые превратились в 44 миллиметра. Так что я сейчас в больших, Space Gray, алюминий, и они выглядят куда лучше, чем третье поколение. И когда вы слышите про то, что часы стали больше, вы думаете, не слишком ли они крупные для запястья, но размер самих часов остался тем же. На пару десятых миллиметра выше и чуть-чуть шире, но на руке это незаметно совершенно. Если вам нравится старый размер, понравится и новый. Благодаря тому, что рамки так сильно уменьшились, у вас куда больше экран. На 30% больше экрана в корпусе того же размера. Никаких вырезов. Это шаг вперед. У каждых смарт-часов есть какие-то рамки, но это образец, как нужно делать. Здесь есть скругленные углы, что мне не так уж сильно нравится, зато вписывается в общий лук часов, и вообще они менее массивные, более современно выглядящее устройство. Они также чуть тоньше в районе сенсора. И все эти изменения вместе делают любые предыдущие Apple Watch ужасными в сравнении. Для меня это первые смарт-часы, которые выглядят классно. Также есть и другие небольшие изменения. У них есть LTE-связь, огромное красное пятно превратилось в более спокойное красное кольцо, задник и сенсор теперь керамический, выглядят куда лучше. Микрофон переехал на другую сторону, теперь он дальше от динамика, что функционально лучше. Также динамики стали куда больше. Но все равно это узнаваемая форма Apple Watch. И ремешки для прошлых моделей все еще подходят для этих новых. Использование софта на них тоже, но только лучше. То есть теперь это Watch OS 5, теперь у всех Apple часов она будет функционально все то же самое, ничего не делается по-новому, все тот же Bubble Launcher, только выглядит лучше. Итак, все на более крупном экране. Все кнопки больше и более доступны к нажатию. Все шрифты и тексты крупнее, и их легче читать. Рабочая поверхность часов настолько больше, что теперь это даже не так ужасно открывать на них карты или фотки. Теперь даже можно что-то увидеть на них. Даже если открыть на часах iMessage, вы, может, и сможете прочесть, что там написано. Apple показывает эти новые экраны максимально с новыми обложками часов, которые выглядят также отлично на OLED-дисплеях с их глубоким черным. Есть инфограф-обложка, которую мы видели в рекламе и промо-материалах. На них куча данных во всех четырех углах, плюс минутная и часовая стрелки, куча информации. Мне она очень понравилась, именно ее я использовал. Кому-то она не зашла абсолютно, кто-то говорит, что это преступление против дизайна из-за количества использованных цветов. Эта обложка призвана имитировать high-end механические часы с видимыми частями механизмов, но в более цифровой и цветной версии. У меня температура в одном углу, уровень батареи в другом, индекс ультрафиолета, мне вообще-то не важно это, и уровень моей активности. Не знаю, по мне это просто круто выглядит, но вы можете изменить ее, несомненно. Также есть инфограф модулярный, такая обложка. Это более цифровая версия с кучей дополнительных модулей с градиентами. Также есть обложка Vapor, обложка Fire и обложка Water. И все они сделаны. Это видео ботаник во мне обожает больше всего. Все они сделаны, используя настоящие эффекты, снятые на настоящую камеру. Так что они сделали огромное металлическое панно, повесили камеру над ним и наполнили его пламенем и записали все это. Крутой факт и, наверное, самый большой подарок от Apple — огонь. Итак, новый экран, новый дизайн — это самые главные причины взять себе эти часы.
Но есть и две другие причины. Первая — новые характеристики. Они чуть быстрее, и это помогает. Чип S4 помогает свайпам, которые вы делаете не так часто, как на телефоне, но раньше это было неприятно делать на часах. Теперь все плавно, вы можете переключаться между обложками, настраивать их, скроллить, запускать приложения — все это. Также работа Siri стала намного быстрее, ответы от нее. Также теперь есть «подними, чтобы говорить», то есть можно поднять руку и сразу начать говорить с ней. Она быстро ответит на ваш вопрос, если вы задаете его, я надеюсь. Высота Empire State Building. Empire State Building is 1250 feet tall. Странно, вроде бы вы как хотели посмотреть время и начали говорить все эти слова, может выглядеть довольно странно. Так что я все еще предпочитаю держать краун, держать, говорить, отпускать, даже если нужна еще одна рука. Итак, сколько футов в 100 метрах? 328.08. Довольно быстро. И также вы, наверное, слышите, что динамик куда громче. Большой слот сбоку — это немаловажно, так что если вы тот, кто много звонит по часам, или же вы часто общаетесь с Siri, или же вы говорите по walkie-talkie через них, тогда для вас важен динамик. Это приводит нас к последней причине, по которой вы, может, захотите себе эти часы. И она в том, что Apple поместила россыпь новых функций в них. Например, новый режим walkie-talkie, возможно, самая бесполезная фича всех времен, но в случае, если вы хотите говорить с людьми через часы, но не хотите звонить им, то вы можете воспользоваться режимом walkie-talkie и начать диалог. И с таким отсылом к Nextel UI 90, я думаю, расчет был на то, что взрослые люди оценят эти функции. Также есть датчик падения и ЭКГ. Датчик падения — это в точности, как это звучит, акселерометр и гироскоп на вашем запястье. Apple изучали, как люди падают. И если вы сильно упали, к примеру, и после этого какое-то время не двигались, то часы автоматически вызовут вам спасательные службы, что, надо сказать, довольно круто. И также нужно уточнить, что Apple Watch куда круче, чем обычные подвески позора, используемые как датчики падения чаще всего. Я упала! И не могу подняться! Также строители, маляры и те, кто работает на высоте по достоинству, оценят эти функции. Функция ЭКГ на самом деле очень впечатляет. Она еще не активна, но когда будет, вы просто держите на кнопку Crown, и сенсор в часах может достоверно прочитать ваше сердце, составив энцефалограмму, которую вы можете экспортировать как PDF-файл и отправить вашему доктору. Она может детектировать такие вещи, как аритмия, мерцание предсердий. Функция в дальнейшем может по-настоящему спасать жизни. За Apple Watch есть много причин, но не все они прекрасны. Это все еще, конечно, Apple в их типичном стиле. Есть вещи, которые они 100% могли сделать, но просто решили не делать. Нет отслеживания состояния сна, что вам кажется удивительным в часах, которые так сильно фокусируются на здоровье и фитнесе. Нет полной настройки оболочек часов, только кастом тех, что сделала Apple. Да, Apple сделали их немало, но если бы они открыли эту возможность разработчикам, добавили оболочки в App Store, это было бы так круто, не так ли? Никаких других ассистентов, кроме Siri, конечно, я не удивлен, но если бы можно было перейти на Google Assistant, я был бы так счастлив. Нет режима, когда часы всегда включены. Что они могли бы сделать с этой батареей, с этим OLED-экраном? Конечно, они включаются всегда, как ты поднимаешь руку, но... Многие, с кем я говорил, хотели бы, чтобы они выглядели больше как обычные часы, даже когда вы не используете их. И частично это достигалось бы тем, что оболочка бы всегда горела. Конечно, это сократило бы время работы, но сейчас у меня часы живут 2-3 дня, так бы работали, может, один день. Но это не конец света, я думаю, такую опцию можно было бы добавить. Но в конечном итоге это лучшие смарт-часы из всех, без вариантов снова. И те, что вам нужны, если у вас есть iPhone. Лучшие часы-утилиты, лучшие в плане уведомлений и ответов на них, лучшие фитнес-часы, лучший инструмент отслеживания состояния здоровья для запястья. Цена сильно варьируется в зависимости от размера, от материалов, от поддержки LTE. Диапазон от 400 до 800, 900 долларов, чего бы я не рекомендовал. Но да, я всегда ношу с собой iPhone. Я всегда был фанатом Apple Watch, но я никогда не ощущал, что мне чего-то не хватает, когда их нет на мне. Но эти останутся на мне, я почти уверен. Самый значимый апгрейд Apple Watch пока что из всех. Мне не нравится, я думаю, вам тоже они понравятся. От меня палец вверх. Увидимся в следующем. Спасибо за просмотр. Увидимся позже. Peace.